Ну, кстати, искать гостиницы и арендовать жилье, а не покупать, советуют тюменцам в Крыму. Оформление сделок и регистрация прав проходит по российским законам, но выданные ранее документы украинского образца являются действительными и бессрочными. Поэтому покупка квартиры или дома может быть небезопасной. Вы приезжие местные. Может произойти потеря прав собственности, могут претендовать третьи лица на приобретаемый объект недвижимости, могут быть двойные продажи, переход на нашу систему до конца не перешел, да, на нашу систему российскую. Вот, поэтому риски все-таки там остаются. Если там приобретать, все-таки нужно обращаться к экспертам на местном рынке, доверять какому-то человеку, он дается по рекомендации. Средняя рыночная цена квадратного метра в Крыму 38 тысяч рублей. Где на российском юге сейчас можно выгодно и без рисков приобрести недвижимость, смотрите в программе «Новостройка» сегодня в 17 часов на канале «Тюменское время».